Аксессуары для интерьера в стиле Прованс – это различные декоративные элементы, которые ассоциируются с домашним уютом и теплом очага. Насыщая ими свое помещение, нужно учитывать принадлежность этих предметов к деревенскому стилю и, конечно же, цветовую стилистику. Стилю Прованс характерны растительные, цветочные мотивы, голубые, нежно-розовые, сиреневые тона. Это постоянно сопровождает нас, будь то посуда на столе, бокалы, стаканы с объемным декором, либо вот даже блюда под фрукты, непременно розочки, бабочки. Даже на перрон на столе имеет растительный декор. Стилю Прованс также характерно обилие корзин, больших, маленьких, самых различных, используют их по разному назначению. У нас лежит текстиль, в другой корзине мягкие игрушки. Также их используют под овощи, фрукты. Еще один непременный атрибут прованского интерьера – грубоватые кованые изделия, ажурные завитушки которых встречаются в спинках кровати и в ножках столов, в подсвечниках, бра, люстрах и зеркальных рамах. Очень стильно смотрятся кованые этажерки и буфеты, которые уравновешиваются мягким текстилем и деликатной керамикой. Причем посуда из фаянса и фарфора не просто украшает помещение, а в случае необходимости используется по назначению. Посуда характерного такого стиля, она может быть не броской, вот как это, например, но тем не менее на ней присутствует орнамент, декор своего рода. Да, либо вот и так тоже можно Прованс, такие тарелочки с декором, с петушками, и цветами, и сердечками, и все это будет Прованс. Статуэтки, вазочки, игрушки или другие атрибуты сельской глубинки стоят на открытых полках, демонстрируя свою красоту. В стиле Прованс неприемлем минимализм, поэтому чем больше вы заполните пространство помещения, тем уютнее будет смотреться каждый уголок. Что мы на стенах видим? Обилие цветочного декора в виде картин, часов. Очень часто используют зеркала с рамами. Зеркала в прованском доме присутствуют обязательно. Они могут быть разных форм, размеров и в различном обрамлении. Интересное дизайнерское решение представляет собой зеркало-окно со ставнями, которое напоминает наружные окна старинных домиков. С его помощью можно расширить пространство в небольшой комнате, добавить света в темном помещении и заполнить пустую нишу. Для меня Прованс – это стиль отдыха, релакса. И, в общем-то, стиль жизни. То есть, если есть возможность создать полный интерьер дома, хорошо. Если нет такой возможности, что можно просто создать какой-то уютный уголок в стиле Прованса, где у вас будет стоять любимое кресло, маленький столик, а с какой-то красивой салфеткой, лампа в стиле Прованс, картинки. То есть, вот начать можно с маленького помещения. А дальше уже у каждого свои желания и возможности развивать. Но обилие цветочного декора – это то, с чего можно начать. Уж букетик в стиле Прованс точно не помешает. Безусловно, без цветочного букета трудно представить комнату в стиле Прованс. Цветы должны быть везде – на полках, на подоконниках, подлокотниках и даже на полу. Благодаря им и создается ощущение, что вы находитесь в загородном доме.